Пойдите, попейте еще чайку, сладенький сделайте, так что немножечко обмайте в организм. Быть донором – почетная и полезная миссия. С каждым годом небезразличных людей, которые готовы сдать свою кровь для тех, кто в ней действительно нуждается, становится все больше. На Щелковской станции переливания крови в Национальный день донора собралось немало желающих помочь. В числе доноров можно было увидеть сотрудников полиции, волонтеров, участников молодежных военно-патриотических организаций. Хочется от Щелковского местного отделения Красного Креста, от всех сотрудников службы переливания крови поздравить в первую очередь доноров, также сотрудников, волонтеров, организаторов. Очень хочется, чтобы все-таки наше донорское движение, оно молодело. То есть вливалась именно наша молодежь в донорское движение России. Если вы тоже хотите стать донором, то вы должны быть гражданином Российской Федерации старше 18 лет, а вес должен быть не меньше 50 килограмм. Также важно отсутствие хронических заболеваний. Из документов при себе нужно иметь паспорт. Перед сдачей крови вам проведут анализ на определение ее группы, а также уровня гемоглобина. А еще сдавать кровь полезно и для самого донора. Врачи говорят, что избыток крови – это большая нагрузка на сердце и сосуды, а с помощью донорства выводится весь ненужный балласт. Из корпорации «Добра» только я один. В основном это ребята из военно-патриотического объединения «Кобальт». Берем у них пример, потому что они часто приходят на эти акции, сдают кровь. Я, как от корпорации «Добра», и первый решил сдать кровь сейчас, посмотреть на собственной шкуре и, естественно, передать опыт уже своим добровольцам и в следующий раз, конечно же, прийти всей нашей командой. Процесс сдачи крови очень быстрый, до 15 минут. Донорам выдают справку об освобождении от работы на 2 дня. Цельную кровь разрешается сдавать один раз в 2 месяца, но не более 5 раз в год. Объем крови на сдачу 470 граммов. Всем, кто сдал кровь, предлагают выпить сладкий чай, а также вручают бутылку с водой, антисептик для рук и милую открытку, которую специально для Дня донора сделали воспитанники Щелковского детского сада «Пчелка». Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.